Всем доброе утро. Смотрите, какое у нас утро классное. Немного туманное. Время 10, а я все еще хожу, представляете? Поехала по другой работе, ой, по другой дороге, а сегодня совершенно забыла, что вторник, рыночный день. Машин до хера, народу до фига. В общем, все на рынок. Там рынок-то, господи, нет ничего. Но люди все копошатся, все ходят. Жарко так уже с утра. И мы домой идем. Ой, домой. Уже домой, все, я уже домой хочу. На работу. Я домой хочу, чтобы потом быстрее на пляж поехать и купаться. Вода вообще шикарная. Я вчера так накупалась. Потому что одна, как бы залезешь, вылезешь, а с родственниками они любят залезть, посидеть там часа, час целый. Вот и я также с ними болтали в воде. На завтрак спрашивают, есть какой-нибудь ресторан. Здесь позавтракать у нас только дома. Дома уже. Смотрите, какую вкусняшку я приготовила. Салат из авокадо с анчоусами. Шпинат жареный с сосисками. У меня две сосиски там валялись. Я их обжарила чесночок, сосиски и шпинат добавила. Икра заморская кабачковая. Вернее, баклажанная. Всем приятного аппетита. А это там мужу тоже ему сделаю такой же салатик, только он с тортильей будет. Ням-ням. Смотрите, здесь все мои сумки. Некоторые я уже не ношу, некоторые, в общем, надо уже выбросить. Это моя бижутерия тут висит. В общем, сейчас будем разбираться вот с этим безобразием. И что-то выбрасывать, что-то с этим делать. В общем, вот эту кучку буду носить. Это что-то выброшу, что-то спрячу до зимы, потому что это более как-то... Ну, я их не ношу летом. Оставила вот эту. Я покупала в Китае. Мне очень она нравится на Алиэкспрессе. И качество нормальное, и все. Поэтому она просто она была завалена, и я ее не видела. Вот это вообще я ее покупала даже для планшета больше. Но я думаю, с Чарли гулять я ее тоже одену. Вот это из Primark. Несмотря на то, что качество, конечно, не очень, но это все побрезать, она мне нравится, я ее ношу довольно-таки часто тоже, когда гуляю с Чарли. Вот эта малюточка. Надо ее почистить, кстати. Это кожаная хорошая сумка. Я ее покупала в интернете. Не в Алиэкспрессе, а вот на сайте, не помню каком. Если честно, просто искала какую-то сумку вот с блестючками. Она мне очень нравится. И я летом ее довольно-таки часто ношу. Так что вот так и это оставим. Это тоже мне нравится. И сейчас она актуальна. Брошку сама прилепила. Это тоже нравится. Таких я вообще видела много. Чтобы вот видите, прозрачная. Я ее часто ношу розовую. Это даже не знаю, как, что за магазин. Вот какой-то Эмилио Фараони какой-то. Эту тоже я довольно-таки часто ношу. Это манго. Насколько я помню. Мне понравились мне вот эти рыбки. Я ее вообще тоже очень часто ношу. Эту я недавно тоже купила. Тоже часто ношу. Эту не ношу. Но потому что она была завалена, и я ее не видела. Еще у меня есть одна малютка, которую я тоже ношу. Это недавнее приобретение. Она мне так понравилась.
Такая маленькая, такая хорошенькая и очень-очень мягкая. Просто чудо. Вот, малявочка. Такой цвет классный вообще. А мягкая, это парфоис, или как там его назовешь. В общем, она мне очень нравится. Такая малюточка. Но это, естественно, оставлю. А теперь здесь. Вот эту я часто ношу зимой. Она очень удобная. В карманах всегда что-то есть. Но сейчас я почти ее не ношу, поэтому оставляю на зиму. Вот эту тоже на зиму. Несмотря на то, что она такая светлая, она тряпочная, но тоже на зиму. Эту вообще выброшу. Она уже свое отходила, по-моему. Я вообще не знаю, где я ее покупала. Я ее очень давно покупала. Она у меня валялась, лежала. И, в общем, хватит ей лежать. Пускай идет куда-то. Этой тоже 100 лет в обед. И я уже ее не ношу. Это кожа натуральная. Но ремешок порвался. Я что-то тут пыталась сделать что-то с чем-то. Видите, с этой стороны она уже обносилась. В общем, goodbye, Америка. Ай, вот какая у меня еще есть. Симпатичная сумка. Кожаная. Хиппи. Мы не хиппи. Хватит. Вот не рулили, сейчас вот начали дребезжать. Ну, какая-то она неудобная. А так, у хиппи я, по-моему, ее и покупала. Эту я ношу, это на зиму оставлю. Это мне сумка нравится. Ой, что там такое внутри? Что только нету. Подтяжки какие-то. Так. Люблю так по карманам лазить, всегда что-нибудь найдешь. Ну, там центим валяется. В общем, это на зиму. Это тоже чисто кожаная сумка. Мне она очень нравится, но летом я ее тоже не ношу. Вообще летом не люблю кожаные сумки, не знаю почему, поэтому это мне вообще обалденный розовый цвет, ой, красный цвет. Я ее кайфую от нее, но я ее на зиму. Вот, Чарлины пакетики. И это тоже сейчас зимой очень часто я ношу эту сумку. Она мне очень нравится. Донна. Я не знаю, вы знаете, сумки покупаю не по каким-то не марке или еще что-то. Сумки я покупаю по понравилось, взяла, не понравилось, проходите мимо. Поэтому я не знаю, что, почем и где покупала. Вот, например, вот эту, я ее уже заносила, она у меня, вот смотрите, это в Китае, на Алиэкспресс покупала. Я ее заносила, когда с Чарли гуляю. Мне кажется, что уже хватит ее носить. И адьос. Так. Вот это мое тоже зимнее. Мне кажется, она более зимняя. Тоже на зиму ее. Это, по-моему, тоже парфоис или парфоис. В общем, это вообще в Китае тоже покупала из-за ремня. Ну, такое качество говно вообще. Конечно, вот этот вот красивый, но качество вообще... Папа не нравится, поэтому на выброс. И вот это. Шанель! Не знаю, зачем я это купила. Вот это Шанель, блин, пипец. Я пыталась ее как-то оторвать, вот эту Шанель, но она не отрывается. А так мне сумка очень нравится, но вот из-за этой вот Шанели я ее уже не ношу. Поэтому тоже на выброс. Так что вот так немножко разобрала. И может быть, у меня это все только летние. У меня очень много сумок летних. Они более, как сказать... покачественнее, кожаные. И они у меня все спрятаны, как одежда, в принципе. Так что вот такие вот у меня сумки летние есть. А зимние у меня там рюкзачки есть, я помню, покупала. Ну, потом, знаете, это всегда как сюрприз. Какое-то такое настроение, когда перебираешь зимние вещи на летние, как будто ты все заново покупаешь. У вас не так? У меня так. Честно. Вот это вот, несмотря, она стоила 10 евро, вот эта сумка. Смотрите, какая она красивая. Но она мне так понравилась. Единственное, что вот я ее ношу постоянно. И вот эти нитки вытащили. Но я их сейчас обрежу, и она будет опять новая. Она, во-первых, очень удобная. Она небольшая, не маленькая.
и ко всему подходит, потому что такие цвета прикольные. Так что вот так. Вот такие вот у меня малюточки. Кожу надо, вот это, надо какие-то салфетки или что-то, чтобы ее помыть немного. То она у меня уже с этой стороны черная стала. Но мне она, я ее тоже очень летом очень часто ношу. Очень мне она нравится. Моя малюточка. Моя ты. Видите, я тут пыталась стереть что-то и вот оттерла вместе с цветом. В общем, все мои сумки, я их все обожаю. Обожаю. И поэтому я их не выбрасываю годами. А сейчас просто они вот висят там. Я не могу добраться ни до какой сумки, которая мне, например, нравится. Потому что если начинаешь добираться, то все падает. И беру первую попавшуюся сверху. Это либо это, либо это. Ну и вот та малютка теперь. Теперь, надеюсь, эти уложу, эти выброшу. И все будет зашибись. Сейчас, наверное, с Чарли пойду гулять. Пью холодный чай. Вешаю сумочки и идем гулять. Какой-то уже дежавю. Но я опять на пляже. Хотя, какой дежавю, если погода замечательная. Море прекрасное. И нужно купаться. Вот у нас какой пляжик сегодня хороший. Море такое чистое. И теплое. Сейчас как пойду заплыву. Я сегодня приехала на наш пляж. На Матрильский. Здесь и поближе, и народу меньше, и парковаться лучше. Хотя раньше мне всегда там... Ну, конечно, у нас когда дача была, там, где я вчера была, то там намного лучше было. Там парковались только мы. А сейчас убирались, все красиво было. Там у нас были две дачи большие, такие как комнаты. Все это снесли. Как жаль, что я поздно начала снимать видео. Я бы могла вам показать наши посиделки, ничем не отличающиеся от русской, от русских посиделок. И все то же самое. Так же, вот как мы на дачу приезжали в деревню к бабушке, так же и здесь. Готовили, все приезжали, кушали. В общем, хорошие были времена. Сейчас пытаются, конечно, тоже собраться все, но уже не то. Пошла я куб-куб делать, снимаю на телефон, чтобы не привлекать внимание купающихся. Хорошая штука телефон. Можно как будто, знаете, сделать вид, будто бы я с кем-то по WhatsApp разговариваю или по Skype. А на самом-то деле я шпионю, я такая шпион. Ой. А вообще я смотрю на себя, и я такая загорелая, это пипец какой-то. Скажите же, я сильно загорела. Прям смотрю на свой белый волос и на красный нос и думаю, боже мой, нет, честно. Особенно, когда труселя вот так вот, короче, попа белая высвечивается, прям вообще, думаю, нифига себе. Хотя у меня такой вот, знаете, как это сказать-то? Ну нет такого, чтобы я именно ездила на пляж для того, чтобы загорать. Нет, я сижу под зонтиком. Ну я плаваю, правда. Я сегодня нанырялась, у меня есть очки. И я вот наплаваюсь прям. Хотя я пыталась... Хорошо, что тушь голубая, она смывается буквально водой. Я пыталась в очках не намочить волос, глаза. Но все равно это не то. Мне нравится прям, чтобы нырнуть и вот так чувствовать себя легкой в воде. В общем, кто любит нырять, меня поймет. И что я хотела сказать? А от воды в воде очень хорошо загорается. Поэтому, может быть, там. А так такого, чтобы вот прям ехать и загорать, я не люблю. Ну, правда, потом все равно приходится сидеть под зонтиком. Я книгу слушаю. И там тоже что-то прилипает. В общем, черненькая такая стала, правда же ведь? Да, пойдем гулять. У нас по четвергам выбрасывают вот мебель и еще что-то. Смотрите, сколько стульев повыбрасывали пластмассовых. Вполне в хорошем состоянии. Видите? Нормальные стулья. Чего тут только нету. Цветы, если нормально поливать, тоже нормальные. Можно и утащить что-то домой, если бы нужно было. Видите, как они кричат? Мама, моему Малу. Все его хотят его погладить. Чарли, но он
Но он не очень любит, чтобы его гладили. А еще со мной сегодня такое случилось. Вы знаете, сливы обладают слабительным эффектом. Я вам рекомендую, настоятельно советую, не ешьте сливы на пляже. Ну, я думала, что я не подвергнусь на провокации. Съела 3 штуки. В общем, 6:30, как обычно. Он меня так, знаете, начал распирать, скажем так. И я... Боже мой. И я поехала домой. Перед этим, говорю, заеду в Алькампу. Посмотрю дыньку. Ну, я заехала в Алькампу. Зашла и чувствую, что нужно бежать обратно. Ты беги, беги, беги на край земли. Я добежала до машины. Думаю, если в машине случится, то ничего страшного. Это же моя машина. В общем, не знаю, как я ехала. Приклинала всех на своем пути, кто ехал медленно. И молила Бога, чтобы у меня было парковочное место около дома. Я забежала домой быстрым-быстрым шагом, потому что бежать бегом я не могла. В общем, забежала домой, не закрыв за собой дверь, ну так прикрыла. Чарли не понял, в чем дело. Он давай быстрее радоваться. Мамка пришла, да такая еще бежит, все, что-то куда-то бежит, спешит, волнуется. Я не обращаю на него внимания. Бегом, бегом. Как это сказать-то? Поправлять свое настроение, скажем так, ну, культурно. Но кто понял, тот понял. Я не хочу просто говорить открытыми словами. В общем, мне похорошело. Вот ведь сливы, а! А планы были походить по Алькампу в гордом одиночестве. Собака не со мной была. Ай, хорошо, хоть я еще с пляжа ушла вовремя, как говорится. Ой, блин, вот это сливы. Чуть делов не натворили. Да, Чарли? А ты такой испугался, говорит, что случилось? Куда она так бежит? Что с ней происходит? Ой. Чарли. Знаете, все думают, что Чарли это девочка. Еще ни один человек не сказал: ой, какой красивый. Все говорят: какая красивая девочка. По-моему, он какать хочет. Хотя он уже это сделал. Я всем объясняю. Это мальчик. Почему они все, когда его видят, думают, что это девочка? Вот, пожалуйста. Но у меня на такой случай передумал. Не понравилось место. Тебе место не понравилось? Ну, ищи поудобнее. И сейчас тоже женщина идет. Какая кебонита. Какая красивая, симпатичная. Я говорю, это мальчик. Так вот, Чарли думает, что это девочка. Я уже дома суп готовлю. Ох, плачу. Значит, здесь поджариваю лучок, морковка и перчик. Поджарочку делаю прямо в кастрюле, где буду суп варить. Сейчас буду шампиньоны резать. Сейчас, когда более-менее поджарилась, наливаю воды. И добавляем курочку, картошку кубиками нарезанную. И когда это минут 5 поварится, картошечка, добавлю шампиньоны, резанные вот такие вот полосочками. Это уже на вкус и цвет, как хотите, полосочками, квадратиками. Мне нравится вот так, это вместо как лапши, что ли, будет. И потом за 5 минут до готовности добавлю шпинат. А главный ингредиент у нас будет сырки. Ой, что я там пыталась показывать?
сырочки, плавленые сырочки вот такие. Ну, добавлю я на такую кастрюльку 3 штуки. Вот. Засыпала грибы, что-то я с водой переборщила. В общем, грибы пускай варятся минут 10. Вот так они пускай варятся. Грибочки мои. И за 5 минут, как я уже говорила, добавим шпинат. В общем, сыр я добавила, бульон сюда, добавила сыр. И все это блендером взбила, чтобы не ждать, когда он там растает в супе. Выливаем все это обратно. Как все получается. И добавляем шпинат. Шпината много не бывает, потому что от него потом ничего не остается. Сколько бы его ни добавь, он потом куда-то девается. Это типа щавельного супа у меня получится, знаете? Щавельный суп. Пробуем. Сейчас минут 5, наверное, даже меньше, может быть. В общем, скипит. Добавим немного огня. Скипит. Шпинат быстро готовится. Пробуем на соль. И все, и выключаем. Покипит минуты 2, наверное, да? Не больше. Можно зелень добавить по вкусу. Я зелень завтра добавлю. Укропчик у меня там есть. И все, вот такой супец. Как вам? Летний такой вкусненький супец. Эх. И буду с вами прощаться на такой вот нотке вкусняцкой. До завтра. У нас кое-что завтра планируется. Так что, друзья, подписываемся все. И ставим на колокольчик, чтобы приходило оповещение. Ай, что я, Анюта? Я тута! Убегает. Куда ж ты убегаешь, родимый? Не убегай от меня, не убегай. Эх. В общем, буду прощаться до завтра, пока-пока, а то суп убежит нафиг.